12 января прокуратура Российской Федерации отмечает 295-летие со дня создания структуры. Именно в этот день, в 1722 году, Петр I своим указом учредил прокуратуру. С тех пор ведомство меняло название, принципы работы подстраивалось под изменения законодательства и конституции. При этом незыблемой оставалась цель – борьба с преступностью и беззаконием во всех его проявлениях. Сегодня, когда в стране последовательно укрепляются основы правового государства, роль и значение органов прокуратуры возросло намного. От всей души хотелось бы поздравить всех работников прокуратуры Российской Федерации, которые стоят на страже закона. Желаем здоровья, профессионального повышения в своей работе и крепкого здоровья и благополучия. Во все годы существования прокуратура Российской Федерации обеспечивает верховенство закона, единство и укрепление законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, отметил в своем выступлении заместитель прокурора Мавлидин Алиев. Далее привел статистику проделанной работы за 2016 год своего ведомства. Только за 2016 год прокуратура города при осуществлении надзорной деятельности выявлено более 4000 нарушений федерального законодательства в целях обеспечения устранения, в которых принято более 700 актов прокурорского реагирования. В прокуратуру города в указанный период разрешено более 750 обращений граждан. Прокуратура Российской Федерации всегда имела огромное государственное и политическое значение, поскольку от данного ведомства во многом зависит благосостояние и правовая защищенность граждан и государства в целом. Зарема Хайбулаева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».